21 января 2019 года в 23 часа 28 минут на пульт диспетчера пожарной части номер 23 поступило сообщение о горении здания пилорамы. По прибытию первого подразделения пожарной охраны было установлено, что на площади 600 квадратных метров происходит открытое горение части здания, а именно столярного цеха на площади 600 квадратов. Работниками пожарной охраны было подано 3 ствола «Б» на тушение и на защиту рядом пристроенных зданий. Несмотря на загруженность данного помещения, пиломатериалов и позднее обнаружение, сотрудникам пожарной охраны не дали для распространения огня шансов. Удержали площадь горения на момент прибытия. Также рядом с этим зданием были расположены палеты с подготовленными дровами под заготовку поддонов. Также они были спасены, и большая часть здания также была спасена сотрудниками пожарной охраны. В настоящее время причины пожара устанавливаются, проводится проверка оперативно-следственная. Состав оперативной группы от РОВД работает на месте, осматривают те видеокамеры, которые были расположены рядом. Когда полное тушение будет потушено, огонь, то выйдем на место и будем осматривать место пожара уже изнутри, выявлять причину пожара. Алексей Чекмарев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темникова, Кингульского муниципальных районов, Главного управления МЧС России по Республике Мордовия.